здесь переставлен микрофон, подготовлено вот это место. И во втором отделении прозвучит музыка композитора, имя которого и творчество которого всемирно известны, это Арам Хачатурян. Он родился в Армении, он провел там юношеские годы, а вот профессию композиторскую получил в Москве. И, собственно, большую часть своей жизни он прожил в столице, в Москве. Он воспринял традиции музыкальной культуры общие. Он, конечно же, воспринял традиции русской музыкальной культуры, но при этом сохранил неразрывную связь с культурой своего народа и в целом с народом Армении. А народ этот ведь ведет свою историю из той древности, когда еще не существовало никаких современных европейских народов-национальностей. Когда только начиналось формирование народов античности, эллинов, а позднее римлян. Вот оттуда, из той глубокой старины, особенности культуры Армении. И, конечно же, вот эти особенности впитала в себя музыка Арама Хачатуряна точно так же, как она вобрала в себя краски природы этой страны. А природа Армении – это, безусловно, горные пики. Среди них вспомним Арарат, которому по преданиям после всемирного потопа пристал Ноев ковчег. Природа Армении – это глубокие ущелья, бездонные пропасти, это грохочущие водопады, это густые леса, это цветущие долины и сады, это лазурное небо, это ослепительное южное солнце. Вот в музыке Хачатуряна вот эта щедрость, пряность, терпкость, красок. И интересен вот какой момент. Вот сохранив это национальное зерно в своей музыке, Хачатурян создал шедевры общемировые, как бы наднациональные. Потому что, наверное, никому не придет в голову сказать, что музыка его балета «Спартак» — это только лишь армянская национальная музыка. Она совершенно иное всеобщее качество имеет. А вот другой его балет «Каэне» в этой музыке особенно ярко воплотилось национальное начало и национальный колорит. Вот такое противоположное соединение есть в творчестве этого композитора, который пользовался богатейшим арсеналом выразительных средств. И еще одно имя – Арно Пападжанян. Вот так, если говорить о какой-то внешней канве его судьбы, то она схожа с судьбой Хачатуряна. Он тоже родился в Армении и тоже большую часть своей жизни провел в Москве. И оставил после себя замечательные песни. Сотрудничал в этом жанре, в песенном, с прекрасными поэтами, своими современниками. Это и Евтушенко, и Вознесенский. Вот сейчас, когда эти песни вспоминают, когда начинают они звучать, они ведь не потеряли абсолютно своей актуальности. Они столь же прекрасны, они столь же современны. Сегодня прозвучит, наверное, одна из самых популярных мелодий этого композитора – «Ноктюр». Ну а в начале второго отделения – Арам Хачатурян. Песня «Пепо» из кинофильма «Пепо». Исполняет Омский камерный оркестр, дирижер Григорий Вебер. Соло на дудуке Вячеслав Антонов. Thank you.
Хачатурян, сюита из балета Гайене. Танец девушек, колыбельная, вариация Нуне, танец хлопка, гопак, пробуждение и танец Айши. Соло в оркестре Олег Романов, саксофон и кларнет.
соло на фортепиано Полина Королева. Thank you.